Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, встречайте уникальный смартфон. Красавец. По самой доступной цене. Почему-то потому, что распродажа. Дальше, друзья, такого уже не будет. Больше таких... Такой возможности просто не будет приобрести такие полезные, современные, нужные устройства по такой выгодной цене. По цене мобильного телефона вы получаете современный, яркий, стильный смартфон, хорошая фото- и видеокамера, огромный, удобный, яркий дисплей. Посмотрите, 12,7 сантиметров диагональ из левого нижнего в правый верхний угол. Или наоборот, фото- и видеокамера со вспышкой. А смотрите, даже черный корпус выглядит солидно, потому что он матовый. Он, знаете, не такой вот глянцевый какой-то избитый, а матовый. Черный матовый смотрится солидно, особенно благодаря вот этим хромированным кнопкам. Мощнейший аккумулятор. Почти 2500 мАч. Это очень много, это действительно хорошо, это действительно очень хороший показатель. И все это всего за 4999 рублей. За 4999 рублей и при заказе во время прямого эфира вы получаете подарки. При заказе во время прямого эфира этого смартфона или этого смартфона, любого из них, как говорится, вы получаете в подарок. Смотрите, наушники и защитное стекло. Защитное стекло и наушники. Защитное стекло защищает от повреждений, от царапин и даже от сколов ваш дисплей. Дисплей в ремонте очень дорогой. Стоимость дисплея, то есть реальный случай, говорю, из жизни. Стоимость смартфона была 8500. Стоимость ремонта дисплея в официальном сервисе 7000 рублей. Новый смартфон 8500, стоимость ремонта дисплея, ну замена дисплея 7000 рублей. Соответственно, друзья, посмотрите, какой яркий дисплей, посмотрите, какой большой, 5 дюймов, 12,7 сантиметра диагональ, вот отсюда, вот сюда. Выглядит удобно, выглядит стильно, выглядит просто роскошно. Все, что нужно вам сейчас, это позвонить. Позвонить и заказать смартфон, который вам подарит массу удовольствия. Хотели давно себе такой сенсорный смартфон с большим ярким дисплеем? Пожалуйста, цена минимальная. Фактически она равна стоимости мобильного телефона 4999. Ну а теперь давайте посмотрим, почему этот смартфон называют умным. Почему он считается умным? Потому что смарт — это ум, фон, телефон. Итак, друзья, с ним буквально можно договориться. С ним можно договориться, можно задавать ему вопросы, он будет давать на них ответы. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас вместе. Задаю вопрос какой-нибудь простой. Погода в Екатеринбурге. В настоящее время в Екатеринбурге плюс 25, ясно. Самое высокое здание в мире. Бурдж-Халифа. Расстояние от Москвы до Сочи. Маршрут от Москвы до Сочи займет 20 часов 15 минут на автомобиле. Друзья, есть еще один вариант. Смотрите, что я сейчас делаю. Тут, видите, хорошая фото- и видеокамера. Сейчас, смотрите, беру в руки обычный кактус. И, допустим, я не знаю, что это за растение. Ну, вот то, что было у нас в офисе, то, в общем, я вам и показываю сейчас. Смотрите, обычный кактус. Сейчас я с помощью этого смартфона узнаю, что за название у этого растения. Вообще, что это такое здесь. Попробуем? Что на фото? Сейчас пригляжусь. Смотрите, что я делаю. Фотографирую этот кактус. Сфотографировал кактус, видно вам? Вот, смотрите. Сейчас. Сдается мне, что это опунция мелкого лосистая. Представляете? То есть я думал, что это просто кактус, а это опунция мелковолосистая или мелковолосистая, друзья. Представляете, насколько умный этот телефон? Он может ответить на любой вопрос, друзья. И это действительно так. Еще один яркий пример. Смотрите, что это. Вот, пожалуйста, фотография. Давайте попробуем задать еще один вопрос быстренько, оперативно. Смотрите. Кто на фото? Дайте посмотреть поближе. Смотрите, что я делаю. Все то же самое. О, вот так. Сфотографировал. Все. По данным русской Википедии, Мэрилин Монро, американская киноактриса... Вы видите сами, все своими глазами, друзья. Это работает. Любой вопрос мгновенно находит ответ благодаря этому смартфону, который стоит всего 4999 рублей. За 4999 рублей вы получаете вот такую вещь. Вы представьте, идете на улице, вот,
идете на улице, гуляете. У меня просто часто были такие истории, когда и мама, и бабушка у меня спрашивали, идем где-нибудь, и какой-нибудь красивый цветок. Особенно это на даче. Вот идете, и чужой участок, и у них там какой-нибудь невероятно красивый цветочек растет. И хочется такой же. А как его узнать, потому что на садовом участке никого нет, а как называется цветок, непонятно. Взяли смартфон, сфотографировали, и он вам тут же описал и рассказал, что это за цветок, где он растет, где его даже купить. Он даже может подсказать, где его купить и сколько он стоит. Друзья, посмотрите внимательно. Этот смартфон с ярким дизайном сегодня стоит всего 4999 рублей, плюс бесплатная доставка, плюс при заказе во время прямого эфира наушники и защитное стекло для дисплея бесплатно, друзья. Поторопитесь! Позвоните и закажите. Это фантастика, это уникальное событие. Такого больше не будет, друзья. Итак, сегодня при заказе во время прямого эфира вы получаете, кроме смартфона, защитное стекло, плюс наушники, плюс бесплатную доставку. Кстати, оплачиваете вы покупку только при получении на почте. Никакой предоплаты не надо вносить, никакого аванса не надо вносить. Оплата только при получении. Никаких рисков для вас, абсолютно никаких, друзья мои. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Уникальный, я бы сказал, феноменальный за эти деньги смартфон, который вас не разочарует, который вам подарит максимум положительных эмоций за минимальную плату. Почему? Потому что сегодня уникальный день. Сегодня распродажа в рубрике «Электроника». Мало того, что цена низкая, еще и наушники в подарок, и защитное стекло, и бесплатная доставка. Друзья, торопитесь, такого больше не будет. Такой щедрости, я уверен, больше не случится. Итак, здесь есть фото- и видеокамера, о которой я говорил. Вот, посмотрите, какое качество. Какие фотографии будут у вас получаться, какие видеоролики можно будет записывать с помощью этой фото- и видеокамеры, с помощью этого смартфона. Кстати, она еще и со вспышкой, то есть в слабо освещенном помещении, даже в темное время суток, можно будет прекрасно делать фотографии. Я лично пробовал, у меня получилось. Хороший, удобный смартфон с большим экраном. С хорошей фото- и видеокамерой, друзья мои. Умный, с ним можно разговаривать, с ним нужно разговаривать. Он отдает вам ответы на любые вопросы. Стоит лишь их задать. Причем не нужно пальцами набирать этот самый запрос. Просто голосом спрашивайте, задаете вопрос голосом, и все. И никаких проблем, и никаких сложностей, друзья мои. Два цвета, матовый, черный и золотой. В лидерах сейчас находится золотой. Золотой красивый, золотой стильный. Опять же, у золотого белая рамка, у черного, соответственно, черная. Выберите, который вам больше подойдет. Выберите тот, который вы, ну вот, как знаете, увидел и захотел. Вот этот, значит этот. Просто позвоните прямо сейчас и закажите прямо сейчас. Кстати, с помощью этого смартфона можно играть в игры. Он удобен, хорош со всех сторон. Вы можете играть в разные абсолютно игры. Вам это будет понятно, вам это будет удобно, вам это будет доступно. В очередь где-нибудь задержались. Устали где-нибудь вы, я не знаю, просто надо переключить внимание, и вы можете поиграть в игры легко и просто, дорогие друзья. Торопитесь, звоните и заказывайте прямо сейчас. Шикарный вариант, шикарный смартфон за эти деньги, альтернативы я лично не вижу. Но это еще не все. Не только игры, игры это и так понятно, игры есть и на телефоне. Просто играть на смартфоне больше удовольствия, потому что здесь дисплей больше. Но еще и, внимание, у меня для вас сюрприз. Можно смотреть прямой телевизионный эфир. Это прямой телевизионный эфир кого? Чего? Первый канал, друзья. Это эфир Первого канала. Есть СТС, есть Россия-1, есть Россия Культура, Карусель. Все, что хотите, друзья. Я просто включаю и все. И смотрим. Смотрим, друзья, прямой телевизионный эфир. Это здорово. Это удобно. Вы понимаете, как это прекрасно? То есть вы на работе, во время обеденного перерыва можете смотреть какой-нибудь фильм, сериал, шоу или болеть за любимую команду на отличном экране, на большом дисплее, друзья. Яркий смартфон с яркими возможностями для ярких эмоций по очень доступной цене. Всего 4999 рублей.